Какие команды сразятся на стадионе «Фишт» стало известно накануне в Казани. Там прошла традиционная жеребьевка. Ее итоги в своем микроблоге прокомментировал Вениамин Кондратьев. Глава региона отметил, что в Сочи уже есть богатый опыт, как проводить спортивные соревнования мирового уровня. Жеребьевка состоялась. На генеральной репетиции чемпионата мира 2018 Кубки Конфедерации в Сочи пройдет 3 матча. Похоже, за Сочи пора закреплять новый туризм – туризм болельщиков. Мировые соревнования тут уже каждый год. Ждем лета 2017-го. Первый матч на стадионе «Фишт» пройдет 19 июня. Методом жеребия выяснилось, что в этот день мяч разыграют сборные Австралии и Германии. Следующая игра состоится 21 июня между Новой Зеландией и Мексикой. А 25 июня в Сочи на поле вновь выйдут немецкие футболисты и одна из сборных Африки. Какая именно, станет известно в феврале после решающего матча Кубка нации. За церемонией в Казани наблюдал также вице-губернатор Николай Далуда. По его мнению, эти события привлекут к футболу еще больше кубанцев. Это будет новый импульс для развития этого удивительного вида спорта. И я вам хочу сказать, что на сегодняшний день на территории нашего края вообще занимается именно футболом в детских спортивных школах порядка 35 тысяч детей. А в общей сложности вот и взрослое население, и детей в детских спортивных школах это порядка 400 тысяч. Ни один вид спорта не может собирать такое количество болельщиков. Мы постараемся сделать абсолютно все от нас зависящее, чтобы все болельщики, все, кто приедет смотреть игры на стадионе «Фишт» в городе Сочи, были действительно очень довольны вот тем, как принимаем мы, потому что мы умеем принимать гостей. С учетом того, что чемпионат мира по футболу в 2018 году будет проходить в летние жаркие месяцы, имеет полное понимание этого слова, и в том плане, что Сочи – курортный город, и летом там очень много гостей, нам все это очень важно протестировать, увидеть, и как раз хорошо, что у нас и Кубок Конфедерации проходит тоже в это же время, то есть мы будем примерно понимать, что происходит. На стадионе «Фишт» встретятся и команды, вышедшие в полуфинал. Одной из них может стать и сборная России, если займет второе место в своей группе А. Добавлю также, что матчи Кубка Конфедерации пройдут еще в 3 городах – Москве, Санкт-Петербурге и Казани.